Колбаса, колбаса. Я смотрю все время камеру, потому что я не привыкла вот так вот искать ее где-то. Вот, и мне кажется, глаза какие-то огромные просто. Ты можешь подальше говорить и громче. В общем, выходить из дома полезно. Почаще, потому что все время проводить дома в рабочем режиме очень тяжело. Даже когда дома отдыхаешь, кажется, что это не отдых, а просто... искать убивание времени. Мы сегодня сходили, покушали вкусно. Ради разнообразия. Порадовали себя. Потому что каждую неделю спортзал. Какие-то там вещи есть нельзя. Это
Я сегодня прям оторвалась. Съела стейк и десерт. Куча килокалорий сразу же за один раз. Вот. Скоро пойду в эфир. Иногда вообще не хочется выходить в эфир, потому что каждый день нужно идти в эфир. И думаешь сегодня, а что надо сделать? А что еще бы сделать? А что одеть? Самый убийственный вопрос. Вот, поэтому нужно делать выходные почаще, и тогда ты вливаешься быстрее и охотнее, потому что отдохнул, и как-то уже так надо работать, уже мотивации побольше. Когда я каждый день сижу, раньше как-то меня это не напрягало, а сейчас я понимаю, что я уже устаю каждый день сидеть в эфире, и поэтому нужно отдыхать. Вот все мои мысли по этому поводу. Надеюсь, что буду больше записывать такие видео, как проходит мой день, потому что я думаю, кому-то это интересно. Очень много вижу на ютубе таких видео, которые записывают, типа, я убираюсь сегодня дома, или я сегодня гуляю. Вот, я, конечно, не гуляю на улице, но какие-то домашние дела делаю, буду записывать побольше видео. Напишите, если это интересно. Так, а еще что-то хотела сказать. У меня завтра английский. У меня новый преподаватель. Занимаюсь я в Skyeng. Так сайт выглядит. Я сделала домашку. Или не сделала домашку, не знаю. Надо посмотреть. Черт, я что, не сделала домашку? Так, сделала я домашку или нет? Ты-ды-ды-ды-ды. Нет, я не сделала домашнее задание. Короче, надо сделать, завтра будет английский. Потому что надо заставлять себя. А, и вот моя шапка, кстати, браузера. Как бы разделяются две музыки. Арабская песня. И как бы 90-е. Все понятно. В общем, надо будет сделать английский сейчас. Занимает это недолго времени. Примерно так вот выглядит задание. Здесь очень мало, кстати, заданий. Обычно мне очень много давали. Вот, отвечаю на вопросики, слушаю аудио, отвечаю на вопросы после аудио, читаю диалоги. Вот, и, кстати, многие вещи я стала делать интуитивнее, потому что я знаю очень много слов по сравнению с прошлым годом. И многие вещи вообще даже не перевожу, а делаю самостоятельно. Раньше я постоянно чекала в... как его называть? В переводчик постоянно смотрела, что там, как переводится. А сейчас я просто беру и делаю домашнее задание. Иногда делаю в эфире с ребятами, чтобы было интересно послушать, что я делаю. Вот, и также я включаю урок свой в трансляции. Они слушают, как... То есть они не видят преподавателя, но слушают, как я занимаюсь. И многим, кстати, это нравится. Не знаю почему. Как я занимаюсь английским. Вот такие дела. Итак, время уже 2 часа ночи. Почти. Я закончила эфир, наконец-то. Сегодня было выступление. Мне администратор дал выступление. Ой, короче, я хотела уже все, думаю, сейчас пойду спать. И все люди пишут, давай танцевать. Потанцевали еще немножко, и я пошла. Уже не могу, глаза закрываются. Но я знаю, что сейчас спать не буду, потому что надо снять мейкап. Надо сходить в душ, надо попить чаю, потому что что-то хочется. Кофе мне сегодня не зашло, но зато прошла голова. Почему-то голова дома разболелась, когда я приехала. В общем, вот так вот день проходит постоянно. 2 часа ночи я закрываю только трансляцию. Да, в час. Вот, и иду делать бьюти-процедурки, потом в кровать. И где-то в 4 часа утра или в 5 я сплю.
Точнее, засыпаю. Такой вот день. День стримера. Все, пойду, короче.